rapid fire, rapid fire, rapid fire, rapid fire, rapid fire, rapid fire. Razer GM написал в своем твиттере: мы готовы как никогда, мажор был только началом. Вот мы никогда не были в такой форме. У меня ноги трясутся реально. Страшные вещи пишет Razer GM. Но это он написал, ну, с целью устрашения, чтобы противники, вот как я, услышали. И просто у них, они даже вот не могли мышку в руках держать. Они сидели, играли. Как вспомнят слова Razer GM, так сразу просто сидят. Так что это чисто психологическая атака. Неплохо. Но есть какие-то реальные основания под этими словами? После мажора у нас был невероятный спад, ну, во второй половине пролиги. Мы лузали все, что можно, все, что нельзя, все лузали подряд. И РМЛ показал, что мы преодолели этот спад. Ту-ду-ту. И поэтому я считаю, что мы готовы, как, ну, в принципе, к Милану. Вот такие времена, ну, такие 40-е, 60-е, прям в такой форме сейчас находимся. До вылета в Монреаль уже идут считанные часы. Ты что ждешь от этого города? Я надеюсь, что он будет, ну, похож на знаменитую бухту или хотя бы такого уровня, а не будет похож на вот эти вот, где мы были, там, Вена, вот это непонятно что вообще. Где мы еще были? Милан, да ты просто идешь, и лучше бы не ходил реально туда вообще. Американская бухта тебе больше всего запомнилась. А вот американская, я каждый день как вспомню, так реально плакать хочется вообще, хочу туда обратно. Заберите меня обратно в Ролли, пожалуйста, кто-то смотрит меня из Ролли, я готов жить у вас. Здесь вы наблюдаете человека, с которым должно быть интервью. Мы собрали один лайк, а я просил, по-моему, 4 лайка. Поэтому интервью до сих пор не вышло. Почему вы не даете интервью? Вот вы, конкретно к вам на «вы» обращаюсь. Мистер. Мистер. Вот, когда шеф даст интервью, я буду следующим. То есть никогда. Хорошо, смотри, 2 недели на буткемпе вы провели с командой. В постоянном тесном контакте. Не утомляет такой режим? Ну, не знаю, мне кажется, у каждого по-своему, мне кажется. Допустим, мне все равно. Я так же, как дома сижу, играю, только с ребятами. Мне нравится находиться с ребятами. Но в любом случае это, ну, давит, когда ты постоянно, ну, мы что-то сидим, никуда не выходим. Вообще на 7 одно и то же. Возможно, это как-то сказывается, там, то, что тебя начинает все бесить. И насчет этого, ну, из-за этого получается больше конфликтов. Я не знаю. Успокойся, нахуй, я тебе сейчас въебу, блин. Чепуха, ёб. Вот так? Нормально? Отлично. Я тебя вху**аю. Ну, в принципе, я бы не сказал, что мне как-то надоело, я бы еще 2 недели просидел, но приходится лететь. Ну, расскажи что-нибудь о тренировках, как они проходили, и, как я понимаю, не все всегда проходило гладко, и были и проигрыши во время праков. Да, это дефолтно, в основном мы всегда на праках проигрываем, потому что мы все сидим, ноги на стол, играем игры в браузере. Прак так чисто на втором мониторе где-то там, в окошке. Чё, блядь? А чё ты? Ну, типа, багается в лобби. Ну чё, как понять, кто выиграет, скажи? Ну, вот, не знаю, голубые, 69% шанс. Вот Аня, голубые, это Аня. Давай следующую карту. Я понимаю, Жак, ты компанию в Варкрафте проходил? Конечно. Да? Нет? Да, не слышно, кто не проходил компанию в Варкрафте? Я. Я видел, когда была компания Warcraft. Я все на Ютубе, так сказать, прошел. Да. Камень, я не дам. Ну, раньше было просто 2 типа людей в компьютерном клубе. CSGO, это CSGO. CS1.6 и Warcraft. Нормальные парни. Третий вид это StarCraft Blood War, что-то там. Камень, я дам. Точнее, наоборот. Камень, я не дам. Какой-то слизень стоит, говорит, надо... Это я сейчас, блин. Слизень. Он еще стоит, этот слизень, с копьем вот так вот и говорит это. Какой нахер слизень? Да нет. Ну, слизняк. У них капкан, по-моему, есть. Парни, я дрона по классике слил. Мотиватором поднялся касл. Да нет, по-моему, 2 человека всего. Не, они, по-моему, в баре ромят. В баре не ромят. Тогда... Там стройки, по-моему. Ладно, чисто. Сейчас на дроне стройка. Я дроню, да. Кто мордал на яму? Тройка чисто. Так, чисто. Вообще кто-то есть наверху? Вообще я могу дропнуться в синий люк. Слева за черным ящиком. Спрашивают в комментариях, ребята, а почему ты сидишь на вот этой царской табуретке, а не на дешевом геймерском стуле, как остальные? Потому что мне просто на нем неудобно.
именно вот с этим столом, плюс этот стул, мне просто неудобно на нем сидеть. Поэтому мне легче по старинке, так сказать, на кухонном стуле за 300 гривен, за 40 гривен. А может, мы тебе надонатим на новый стул? Не-не-не, это old school, решает. Ну, на буткемпе у нас сильный режим тренировок, мы тренируемся, получается, по два раза в день. Ну, по три карты, это плюс-минус там 4 часа, потом еще 4 часа, 8. Итого, ты когда уже доигрываешь эти два прага, ты уже вообще не хочешь смотреть на эту игру. Но мы потом шли, конечно же, в ранке дальше играть, потому что ранки — это сила. И как-то вот так. В основном на буткемпе напрягал только наш невероятный режим канадский. Когда ты ложишься в 10 утра, уже темно на улице все еще, там только рассвет. Просыпаешься в 5 вечера, не понимаешь, что происходит, и организм думает, в каком же дебиле я живу? Почему всегда темно? Почему? Помогите. Время 19:52, а все спят. А почему все спят? А я не знаю. Вы работали с психологом, как я понимаю, несколько раз она приезжала на буткемп, общалась с вами. Что ты лично для себя вынес из этой работы, если можешь об этом поделиться? И в общем, в целом для команды. Я считаю, что это были очень полезные занятия. У нас было несколько групповых и несколько, так скажем, одиночных, не знаю, как это назвать, занятий, в котором каждый рассказывал какие-то свои переживания, что-то такое. Психолог рассказывал пути разные, которые можно справиться с этим, потому что в школе нас, допустим, не учат тому, как надо бороться с всякими эмоциями. Из-за этого каждый человек, когда чувствует какие-то переживания, не может контролировать себя и просто нагонять себя еще больше. Но психолог рассказывал какие-то методы, которые могут помочь тебе, так сказать, преодолеть эти эмоции, и ты будешь полностью сфокусирован на игре. Я считаю, что это очень поможет нам в Канаде. Здравствуйте, мистер. Чем занимаетесь? В Rocket League игры. А вы? А? Чем занимаешься? Вы кто вообще? Ничего, waste of time. Без комментариев. Без комментариев, реально. Смотрю, вот концерт Супербола. Да, да, расскажи. Где Шакира и играю в говно. В Лигу пожилых легенд. Джойстик. А интервью? Хорошо, я всегда очень рад брать у тебя интервью, потому что ты всегда согласен с первого раза. Не будем обманывать никого. Зрителей, да? Буткемп уже закончился. А ты тут сидишь в одиночестве. С менеджером, не считается. А что ты тут делаешь? Ты не считаешься, понял? Что вы тут делали, точнее, весь буткемп? Просыпаемся часа в 3, потом идем на первую тренировку через час, то есть все там за полчаса, за час делают свои дела. 4 или в 5 начинается обычно первая тренировка. Первая тренировка идет где-то 3-4 часа. Потом час перерыва и вторая тренировка. Прикольно. Мы тут спим, играем, едим, все. Конкретно хотел спросить о работе с психологом. Как можешь прорезюмировать работу? Психологическое состояние команды очень важную роль играет. То, что можно не только с помощью тренировок поднимать как-то процент победы команды, но и от психологии очень много зависит, от эмоционального состояния команды. Плюс, на самом деле, при работе с психологом раскрываются некоторые факторы, допустим, которых ты не знал о тиммейтах. Потому что с психологом легче рассказывать все какие-то проблемы. Пойдем на лабу, Жека. Пойдем на лабу сходим. Мне идет на лабу. Что такое лаба? Это Escape from Tarkov карта. Карта называется «Лаборатория». Они меня вчера научили играть на лабе. Я так душу невероятно. Вообще невероятно. Убил двоих ботов. Вообще просто. Почувствовал себя легендой киберспорт. Олег Злой. Опять в Лигу легенд. Детский сад. Нет, ничего не собрано. Не собирай, блядь. Фильмы себе так. А мне скачаешь? Спасибо. Вот тиммейт. Тиммейт, блядь, не качает фильмы мне. Себя качает, а мне не качает. Но я все равно буду смотреть у него сидеть. Он будет сидеть у прохода, я его окошко отдыхать. И буду смотреть у него фильмы. Он будет спать. Как будет спать, его будет телегой просто каждую минуту пинать. Фильмы еще наверняка отвратительно качает, по-любому. Какие-то такие девчачьи. Барби там вот это. Чужека любит больше всего. О, слушай, скажи людям в дальние путешествия, как в Канаду, например, что с собой обязательно взять надо? Обязательно? Шорт. Обязательно шорт. Обязательно футболку одну. Больше не надо. Штаны лото. Футболку лото. Очки. Чтобы видеть. Телефон, зарядку, пауэрбэнк, зубную щетку, шампунь, пасту зубную.
Какой интересный блок у нас. Что еще вы надели? Трусы, носки. Сколько трусов на две недели? Я не знаю, просто миллион. Чтобы, ну, чемодан, там половина трусов, половина носков. Остальное уже, ну, как пойдет. И мышка с Клавой. И мышка с Клавой. Ну, это не обязательно. Ну, если люди идут путешествовать, зачем им мышка с Клавой? Это мы едем. Ну, и стационарный компьютер с собой. Ну, конечно, еще ноутбук, планшет, ключи от квартиры просто. В карман раз потерял и забыл про них. Паспорт загранник. Если нет, то не надо. Если есть, то надо. Я не знаю, просто там мама ничего дает, я что-то запихиваю там ногой вот так в чемодан трамбовый и нормально. Хожу в одной футболке, в одних штанах. Красиво. Все, больше не надо ничего, а у меня там полный чемодан вещей. Ну, я так как с собой вожу, чисто как талисманы. У меня там есть кофты ремейловские, так, чисто на удачу с собой. А бионику надо взять с собой? Это, без бионику даже не надо лететь. У меня еще джерси, первая милановская, всегда с собой. В чемоданчике, в ней завернут бионику, чтобы он накапливал энергию. Чтобы нереальная душка была. Чтобы фанатики, вот они увидели бионику, они уже просто... Все, изи, просто легко. Ну да, получается, интересно, чемодан, все, отключаемся. Давай. Олег, а ты как считаешь? Что по поводу чего? Ну то же самое, вот что надо взять с собой в дальнее путешествие? С киберспортсменом. Киберспортсмену? Угу. Мышку, клавиатуру, трусы можно не одевать вообще. Можно без них ехать. Главное, чтобы мышка и клавиатура была, наушники по вкусу. Это самое важное. Все остальное мелочь. Можно у кого-нибудь взять, поносить плавки. А, вот да, купательные плавки надо с собой брать обязательно. Часто есть бассейн, но плавок нет. И приходится всем без плавок купаться. Ну, действительно актуальная проблема. Это особенно проблема в Канаде в феврале. Каждый раз приезжаем, ни у кого нет купательных плавок. Обидно очень, когда приходится без плавок купаться. Срочно, включение, срочно. Срочно. Я нашел вот эту вещь. Это наушники Bowers & Wilkins. Никогда не покупайте. А покажи, как выглядит, чтобы никогда никто не купил. Ой, посмотрите на это говно. Видите? Сейчас покажу. Внимание, сейчас посмотрим, где-то надпись есть какая-нибудь. Ну, на чехольчике есть. Bowers, короче, Боровы и Вилки. Вот я их так упаковал перед Миланом. Ни разу не надевал. Мне Олег свои дает, потому что это невозможно, это ужасные наушники. Это те, которые с шумодавом? Да, не, это помбес. А, это у Джессика с шумодавом какие-то. Да, это какие-то, не знаю, это 1000 рублей на Алике просто максимум. Может даже 150. Отвратительные наушники, никогда не берите. Все, я пошел дальше и выкинул мусор в подъезд. А что это? 1008. Ужас вообще. Да я заебался уже, у меня спина болит, пиздец просто. Ну оставь завтра сделать. Да ну нахуй, еще завтра ебаться. Ну уж нет, блядь. Я собрал, блядь, разобрал. Посудки? Нет, Дан слишком сексуален, нельзя снимать. Забанят. Забанят. За такие бедра. Реально. Спрячь ягодицы. Свисток прикрой, блять, тут еще подсветка, нахуй. Лишняя хуйня. Нахуй пошла. Что это было? Да это заебали, парься. Джойстик, мы все хотим жрать дороги. Осталось 0 минут. 0 минут, значит он уже на кольце стоит. Сейчас не подойдет охват, я просто залажу ногами на стол, блядь, прям внутрь встаю и начинаю прыгать, нахуй. Забираешь у нас с буткемпа компьютер, блядь, и играешь, на в игры. Компьютерные, нахуй. Там два закрепил просто пушка. Из говна и палок болты сделал. Я выкрутил из материнки крепление и прикрутил его крепление вместо болта. Да нормально там все, просто болт максимально ублюдский. Себе бы я так никогда не сделал. Первый раз вижу с кулером карточку. Пластиковая карточка для для размазывания термопасты. Ни разу такого не видел. Не умничай, сука. Какая лопатка, блядь? Пластиковая карточка. Немного о нашей коммуникации. Пластиковая карточка. Лопатка? Ты в банкомат с лопатой ходишь? Да. Просто, блядь, с берег зашел с лопатой. У меня вот лопатка есть, можете мне насыпать лаве? Да, конечно. Вон там копай, блядь.
Ты сказал слово на букву П или что, я не понял? Запиши это. Марку Маши. А, нахуй, пешком дай мне. Тогда типа этот курьер такой говорит номер, потом этот, а что меня не пускает? Да я там просто эти, ну цифры сказал, а буквы сам придумал. Че тебе надо? Сложно на улице забиться. Последний вопрос хотел задать о пролиге. Закончилась первая половина 11 сезона, и какие можешь подвести итоги и какие-то прогнозы на вторую половину? Ну, как обычно, я ненавижу Best of 1. Это так чисто клоунская какая-то тема непонятная. Но я считаю, что мы выступили первую половину достойно. Надеюсь, вторую выступим так же. Несмотря на то, что мы заняли второе место по итогу, ну, там у всех команд очень близкие очки. Европейская пролига – это очень сложная, потому что все команды абсолютно достойны побеждать. И даже это видно во всех играх, что сначала одни выигрывают всех, потом другие выигрывают всех, непонятно, что происходит. И все решается на микромоментах. Допустим, если там один человек кого-то другого убил, то все было бы нормально. А так убил этого, и уже игра совершенно по-другому идет. И я считаю, что в такой сложной пролиге находиться в втором месте – это достойный результат. Все, спасибо за интервью. И мы переходим куда? К следующей части видоса. Следующая часть видоса? Невероятная вообще. Просто бомбовая. Unreal Engine 4.